Как мы уже сообщали, по приглашению президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в нашей стране с государственным визитом находился президент Кыргызской Республики Садыр Джапаров. Сегодня президенты Узбекистана и Кыргызстана высадили дерево на аллее почетных гостей в резиденции Куксарой. Церемония стала символом начала новой эпохи в узбекско-кыргызских отношениях и крепнущей дружбы народов наших стран. На аллее растут и другие деревья, посаженные лидерами стран-партнеров. Сегодня же лидер Кыргызстана встретился с председателем Сената Олей Маджлиса Танзиле Нарбаевой, спикером Нижней палаты Нурдинжоном Исмаиловым и премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым. В ходе переговоров стороны обсудили важные вопросы, касающиеся развития межпарламентского сотрудничества. Следующий адрес посещения президента Кыргызской Республики Садыра Джапарова в сопровождении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в технопарк в Ташкенте. Этот современный комплекс создан на основании постановления главы государства о мерах по дальнейшему развитию промышленной кооперации и расширению производства востребованной продукции от 1 мая 2019 года. В настоящее время здесь реализуется 17 проектов общей стоимостью 365 миллионов долларов. Президенту Кыргызстана рассказали о продукции, производимой на предприятиях технопарка, бытовой технике, электронных счетчиков газа, лифтах, водяных насосах, промышленных кондиционерах и холодильных сетях. Главы двух государств ознакомились с национальной выставкой промышленных товаров и изделиями ремесленников Узбекистана. На выставке представлено более 1000 товаров из 24 отраслей и 14 регионов. Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что Кыргызстан имеет необходимый потенциал, и Узбекистан готов наладить сотрудничество и обменяться опытом для его реализации. Руководителям отраслей даны указания по тесному сотрудничеству с профильными учреждениями в Кыргызстане и реализации совместных проектов. От имени народа Узбекистана народу Кыргызстана были переданы в дар машины скорой медицинской помощи, произведенные в нашей стране. Садыр Джапаров поблагодарил за братские и добрососедские отношения, постоянную помощь и поддержку. Особое впечатление на гостей произвел производственный потенциал нашей страны, широкий ассортимент и качество продукции. На этом завершился двухдневный государственный визит президента Кыргызской Республики в нашу страну.